делать, если я сильная? Мне вопрос. Я очень самостоятельная, не получается показывать, что я слабая. Что я должна делать, чтобы оказаться слабой рядом с мужчиной? Лея, тренироваться. Потому что сильно и самостоятельно – это хорошо быть на работе. Если у вас свой бизнес, там вы фрилансер, у вас своя какая-то торговая точка, там что-то, какой-то салон красоты, что-то еще, это нормально. Вот. А когда вы, тем более вы, значит, там с какой-то национальной республики, там мужчины все, конечно, стремятся доминировать, и сильная независимая женщина их просто пугает. Ну, они даже не видят вас женщины, видят вас какого-то мужика. Вот, поэтому учитесь быть женственной в нерабочее время. У нас есть настрой, ласковая амазонка, там под заголовок есть, как открыть для любви сердце, уставшее от борьбы. Вот. И там как раз фраза, которая говорит, что на работе я сильная, уверенная, независимая, а выйдя с работы, я позволяю себе быть женщиной, которая заботится, которая уделяет внимание и так далее. Посмотрите, как ведут себя женственные женщины, которые интересны мужчинам. И попробуйте вот вести себя так же. То есть не делайте то, что вы можете делать сами, когда может сделать какой-то другой человек. Так это что может сделать мужчина? Если вы идете с мужчиной, то сами не одевайте пальто, ждите, когда он поможет. Если он даже не помогает, то скажите «помоги, пожалуйста». То есть покажите свою слабость, покажите, что требуется забота, защита. Ведь мужчина как к женщине относится, рептильный мозг, когда при выборе женщины. Та женщина, которая будет матерью моих детей, наверное, мать моих детей, она слабая, я должен ее защищать. Соответственно, он бессознательно занимает позицию того, кто вас оберегает. Но вас оберегать никто не может, у вас нет женщины. Вы вырастили сильного мужика, и, соответственно, он вами руководит вами. Вот вытаскивайте из себя внутреннюю женщину. Нарабатывайте в нерабочее время поведение, значит, женское поведение. Почитайте книжки, как стать женщиной. Их много. Ну вот, некоторые женщины владеют этим от рождения. У нас тренинги были, вот у Юлии Тарасовой есть на это дело тренинги. Я помню, мы на фестивале, она вела тренинги, и там было задание женщинам самим не открывать дверь. Потому что ждите, пока придет мужчина, откроет перед вами. И вот там мы жили в разных корпусах, и, скажем, в корпусе жили девушки. И с одной стороны подошла девушка, наша участница, и с другой. И обоим запретно открывать двери. Так они 15 минут стояли, ждали, пока прошел мужчина, открыл дверь, тогда они вошли. Вот это нормальное женское поведение. Я знаю женщин, которые приезжают, ну, сейчас на заправке, правда, заправщики есть, раньше не было заправок. Она приезжала, садилась и просто сидела и ждала. Подъезжала рядом мужчина какой-то на машине. Она говорит: мужчина, вы не можете подсказать, как вообще тут заправить бензин? Я что-то вот ездить могу, а это не понимаю. Она говорит: мужчины просто глаза загорались. Господи, какая женщина, она не может заправить бензин. Он чувствовал себя мужиком, он бежал галопом, он оплачивал, ей вставлял шланг, заливал, просил телефон тут же, потому что вокруг него вот такие же жители, как вы, которые сама въехала, сама влила, сама заправила, сама села, уехала, и мужчина ей нахер не нужен. Вот станьте той, которой нужен мужчина. Вот как, пока вы вытащите женщину, эту женскую женщину, тогда мужчина вокруг вас появится. Пока он вам не нужен совершенно, он возле вас не появится, потому что ему нужно о ком-то заботиться, а вы не так о ком заботиться. Работайте над собой.